Где это? Куда? Это куда? Что за бред? Эй! Кто за кем гоняется? Алло! Алло! Алло, ты куда? Косоёбка, ты куда? Слышь? Кто за кем гоняется? Я не понял! Алло! Что за бредятина? Какой кошмар! Твою дивизию! Ребята, я не понял вообще, что происходит. Алло, ты куда? Воздушный слендер. Эй, тебя накачали, что ли? Алло. Эй, слендер! Так, а теперь серьезно. Мы играем Slender Escape. Или как тут еще пишется? Escape Slender Mod. Так, где он? Сука, ты не придурок. Что ж так-то сразу-то? Ой, хорошо, что хоть я в первый раз рад, что я бегу сквозь деревья, что можно, и вот в первый раз в жизни я рад. Я извиняюсь, забыл убрать вот эту фигню бандикамовскую, да хрен бы с ней, да ладно. Я чуть не обделался. Постой, я там чего? А нет, там ничего. Бежим! Бежим! Я вообще не понял, что у меня в начале уровня было, слендер куда-то улетел. Так, а что мы здесь, пальма? Что мы вообще здесь собираем, товарищи? Это ты далеко, ты неинтересен нам. Так. Ух ты, смотри, на какое-то яйцо здоровенное. Неплохо, колотиха. Вот это яичко. Слендер, это ты? Твое? Не ты потерял? Ну, бе... Что это? Как это? Все? Это все? Твою дивизию. Господи, что за бред? Это Slender Escape, он же Escape Mod Slender или Slender Mod Escape, что-то такое. Не жмется, Exit. Ёлки-моталки. Ну все, да? Я не знаю, сколько. Две минуты видео и я тащусь. Вы представьте, 2 минуты. Может, еще раз попробуем? Давайте попробуем. Я не знаю, стоит, не стоит. Давайте попробуем, да что за бредятина? 2 минуты! Я вот сейчас, подождите. Не знаю, получше, не получше увеличить. Вот видите, Escape Slender... А, Escape Slender Man. О, как называется. О, как называется. Давайте еще раз попробуем. Так, ну что же, давайте попробуем в эту бредятину еще раз сыграть. Идем. Эй, ты где? Я не понял. Ладно. Вы видели его сбоку? Воу! Ты чё? Здравствуйте. Не кружите меня, пожалуйста. Что за упоротый слендер? Что он делает? Кто мне скажет? Слышь, ты неприличный человек, я знаю. Что-то какой-то гомосек. Слендер гомосек. Ты где? Ты хорош крутиться-то вокруг меня. Я тебе не дамочка, чтобы вокруг меня крутиться. Какой-то стрёмный товарищ. Ну и чё? Ну? И падать передо мной штабелями не нужно. Ты куда? Ты куда? Что за бред? Куда? Слендер, ты куда? Ой, якорный бабай. Слендер, ну ты чё? Это какой-то воздушный шарик, а не слендер.
что происходит? Кто мне объяснит? Ну, тебя в жопу. Давайте посмотрим, что там за карта есть. Эй! То что, мы в салочке, что ли, глянем? То я за тобой, то ты за мной, что ли, да? Я хочу глянуть, что там за карты. Может, там что, прикол есть какой-нибудь? Блин, такая огромная карта. Одно яйцо, и все. Ух ты, смотри, поляна. А? Это как? Подожди, я с одной дороги ушел. Попал на другую. Точно такую же. И прикиньте, небось, окажется, здесь тоже яйцо есть, да? Или это круговая дорога? Прикинь, она круговая дорога. Я что-то вообще не понимаю в этой игре. Что за бред? Красивая, красивая карта. Но что-то неладное здесь. Ага, ты здесь, да? И здесь. Ух ты, смотри-ка. А может тут не одно яйцо? Иди от меня нахрен, придурок. Блин, ну наш такой, блядь, царь. Ой! Без музыкального сопровождения. Я не знаю, хорошо или это плохо. А вот интересно, я вот сейчас куда приду? Заданный, он тоже умеет бегать. Как ни странно. Ну ладно. Вот так он идет. Вот так он бежит. Разницы мало. До свидания. Пойдем по этой дороге, интересно, куда она приведет. Но я яйцо брать не буду, нафиг надо. Потому что когда мы берем яйцо, и пишется вот это you win, exit, никакого там exit-а, я не знаю. Ой. О, яйцо. И здесь яйцо. Что-то непонятное, нафиг. Пойдемте глянем, что у нас там происходит. Вне карты. Прикинь, я сейчас выйду опять на какую-нибудь улицу. Ну, то есть на тропинку, да? Где? Ух ты, я его не вижу. Что за дела? Какая-то бредятина. Сейчас выйдем куда-нибудь и закончим. Не, ну это сумасшедший просто я. Просто сумасшедший. Так, ты где там, красавец, ты где? О, смотри-ка, и здесь тропинка. Чего? У этой карты вообще конец, край есть? А, вон он, красавец. Красавец, тоже сквозь деревья скачет. Так, идем сквозь деревья, сквозь пальмы. Это ж пальма? Да, только интересно, финиковые или банановые? И сейчас небось опять на какую-нибудь дорожку выйдем, да? Ты где? Я его не вижу. Опять дорога. Блин, вообще непонятно. Как-то странно. А дорожки, кстати, они одни и те же. О, смотри-ка, я куда-то выхожу. Я куда-то вышел, ни хрена. А, я вышел за пределы пальм. Ё-моё. Вот это охрененно. Ох, смотри, он все бежит. А он все бежит. Там какой-то туман, что ли. Ну, Слендер, поймай меня, если сможешь. Эй, красавец. Или ты красавец. Что-то мне вот это место, вот эти горы напоминает Слендитурбис. Вот это был угарчик. А интересно, куда там убежать можно? Все равно Слендер здесь беспомощный какой-то. Да, точно. И Слендитурбис. Вот здесь мы бегали, я помню, визжали как сумасшедшие. Где ты? Ой, что я на пробел-то? Воу! Воу! Это я малость подзагнался. Где этот чертило? Что, за карта выбежать нельзя? Какая жалость. Или все-таки можно? Замечательно. Замечательно. Озеро.
Ну, эту карту мы много где видели. В этом музее мы как-то один раз утопились. Тоже весело. Где ты? Эй! Где ты, любимый наш родной? Слендер, ты меня потерял, дружочек? Ну, где ты? Где ты, придурок? Что-то кинь. Где-нибудь нас достанет, а? Ох ты, ёкси. Я чувствую, если я туда шандарахнусь. Слендер? Слендер, ты чё? Ой, всё, мы спаслись. Мы, мать его, спаслись. Это где Павел Слендер? Где ты застрял, урод? Эй, Слендермище! Не, это, по-моему, самый упоротый из всех слендеров, в которых мы только играли. Такой бред вообще. Слендер, ты что, потерял меня, не? Я сейчас в озеро один прыгну. Это же озеро? Ты чё? Это кто? Кто меня? Да где ты, а? Ой, не прыгай в озеро, пока не прыгай. Ты что, потерял меня, дружало? Дружочек, ну ты где? Не скучно без тебя. Где ты, где ты? Что, потерял меня там, нет? Сундерок! А Сундерок? Ну что, все, сдался. Слендер сдался. Вот представьте, он просто взял и сдался. Тупой Слендер. Тупой. Ты где? Короче, ну нафиг. Слендер нас уже не достанет. Валим. Валим. Оба и в озеро. Не-не-не, что происходит? А он дальше не идет. Облака. Это все, что ли? Ну, ребята, я не знаю. Облака какие-то. О, я куда-то проваливаюсь. Смотрите, я проваливаюсь. А Слендера нету. Короче, ребята, это самая упоротая игра из всех, которых я только видел про Слендера. Не знаю, как вы. Я даже гор уже не вижу. Ну что ж, давайте закончим. Это был Slender Escape. А с вами был GBCU. Всем спасибо. Всем пока. О, облака уже исчезают. Обзоры. Луна красиво сделана. Звезды там все такое. Но это вообще, да. Это надо было вообще создать такое. Ну все, давайте, пока.